чиновники, верните Харькову украинские флаги! Чиновники, верните в Харьков украинские флаги! Маечка, скажи, что тебе сейчас сказали в облдеш администрации Харьковской? Дежурный на входе сказал, что это не его задача следить за размещением украинской символики и флагов. Он обеспечивает порядок в вестибюле и около здания. То же самое подошел помощник к нему и сказал, что он не может такие вопросы задавать своему начальству. То есть они смотрят, следят за придомовой территорией. Вот сейчас приемной головы облдеш администрации Харьковской пишем заявление на имя Балуты для того, чтобы узнать, почему не вешают украинские флаги. То есть харьковчане и киевляне, Хрещатик просто пищит и просит: перекройте меня, перекройте нас, харьковчане. Да, или поставьте палатку в центре Хрещатика, потому что Хрещатику надоели машины, он хочет ощутить на себе тела живых, естественно, харьковчан, которые перекрывают для протеста, а не просто для езды автомобилей. Потому что Хрещатик – это не только автомобильная артерия. Хрещатик – это еще жива істота, від котрої залежать рішення чиновників. То есть ветер помогает украинизации. А без ветра нет никакой помощи от главы облдеш администрации. И благодаря активистам еще видно присутствие Украины в Харькове. Кандидаты тоже занимаются округами, только не этим вопросом. А тем временем хлопцы воюют за нас и отдают свою кровь за мир и наше спокойствие. Чиновники, вы слышите? Верните Харькову украинские флаги! На входе в ОДА! Харьковскую администрацию, Гепсовет фиг с ним! Ну в обладминистрацию! Лицо Харькова, обличчя Харькова, нашего украинского, проукраинского, повинны быть украинские прапори, наши. Чому их нема? Це ганьба. Поверніть нам, нашему Харькову, украинские прапори, украинские флаги. Я тут шапкаю. Кому? Слава Украине! Хорошо. Сани снимайте, хай повисит. До утра хотя бы. Начальство придет и похвалит. А начальство еще спасибо скажет, что активисты. Так... Все, слава Украине, хлопцы, тримайтесь. Я захожу в школу, я захожу в нотариальную контору. Висит гимн, висят какие-то трезну, хотя бы герб висит, понимаешь? У нас это... Он вверху есть, но он, ты его видишь. А ночью его не видно. Его не видно. Флаг, когда не развивается, его не видно. Он даже не подсвечивается. Ветра. Без ветра его не видно. Понятно для кого. Для... Прошла неделя, но украинские флаги на нашей областной администрации не появились. Как нет и никакой другой украинской символики. Совершенно непонятно, что это за здание, в каком оно городе, в какой республике, в какой стране. I've got a lot of love to give.